Итак, перед вами черный лоскут ткани, 13 монет и черная восковая свеча. Можно взять обычную восковую свечу, но черный воск имеет особую энергию. Я хочу подарить вам отчитку, отчитать себя и помочь себе, если это возможно. Если отчитку проводить параллельно с работой, практика, если вы обращались к практику, то ваша чистка будет намного сильнее и даст больше эффект. Если у вас трудности, у вас нет возможности найти помощь или обратиться не в силах или не по карману, такая отчитка может вам помочь длительное время, хотя бы первоначально встать на ноги, а потом иметь возможность обратиться за помощью. Это очень сильная отчитка и может помочь вам выйти из очень опасной и тяжелой ситуации. Что такое отчитка? Отчитать себя. Начитать, начитка, отчитка. В древние времена ведьмы отчитывали, например, от дурного глаза, от зависти. В принципе, это такая же чистка, только она, скажем так, быстрая, сиюминутная, забирает очень много энергии, но дает очень большой эффект. Итак, соль. Посреди поставить свечу, по кругу монеты, начитать 3 раза, потом подождать, пока свеча догорит. Это все вместе собрать воедино, завязать узлом, вынести, оставить на перекрестке, выкинуть 13 монет через левое плечо и сказать: «Откупаюсь». Вам станет легче моментально. Очень часто отчитка помогает снять некоторые болезни, например, головные боли, какие-то трудности, опасности, которые на пути у человека, да? Сиюминутная помощь, отчитка. Вот таким образом, наверное, сделаем. Читать нужно 3 раза. В это время может стать немножко плохо, голова закружится. У вас будет такое ощущение, как будто вас с места подняли, словно вы вышли из своего тела. Воспринимайте это спокойно, это нормальное состояние в таких случаях. После может вас вырвать, может начаться диарея. Может, плохое самочувствие, очень такая необычная слабость может начаться. Это нормально, один день нужно перетерпеть. Поэтому, если вы хотите провести отчитку, постарайтесь в этот день из дома не выходить. То есть вечером провести, вынести это, откупиться, вернуться. Если себя очень плохо чувствуете, можете этот узелок вынести на следующий день. В течение 3 дней вы должны это вынести и откупиться. Итак, уроки да призоры, чернота да суета, душевная маята, могучими словами древней магии я себя отчитаю, я себя черноту снимаю, сила древняя, непобедимая, непостижимая, спеши на помощь мне, дай спасение, дай избавление, разуму просветление, телу исцеление, сила древняя, сила могучая, магия вселенская, непобедимая, непостижимая, но живая, всеблагая, помоги мне. Сними с меня черноту, суету да маяту, сними с белой кости, с красной крови, с белой плоти, сними с ног, с рук, с головы. Отчитываю я себя словом могучим, силой магии. Через ту силу, через это
слово, магическая сила придет в движение, с меня снимет гиблое да непотребное, очистит мое тело, душу и разум, очистит все разом, отчитываю я себя отчиткой могучей силой древней, через эту силу спасу свое тело, свою душу и разум, очищу и спасу себя разом. Отчиткой себя отчитаю, спасение получаю, заклинаю печатью луны, печатью солнца, печатью земли, печатью воды и чашей весов вселенских. И через эти печати отчитка моя меня отчитает, спасет и обновит. А сила вселенская мне в помощь, да будет так. Заклято, заклято, заклято. Читать 3 раза, как скороговорку. Через некоторое время вы почувствуете слабость, можете полежать немного. Если ночью делаете, проследите, чтобы свеча догорела, только после ложитесь, потому что снятая с вас вот эта вся чернота может сделать свечу агрессивной, и как бы ни случилось чего. Проведите, и результат не заставит себя ждать. Только сделайте все правильно. Всем удачи!